Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур, мы продолжаем играть в игру под названием We Happy Few. И здесь какая-то херь творится, ты посмотри, что он делает. Он просто как на лыжах катится. Он сдается или что? Нет, это он медитирует, он руки поднял, типа Будда. Нормально. Так, я не понимаю, откуда вообще эти люди появились, я загрузил сохранение, и они здесь типа куда-то идут. Итак, значит, мы-то с вами продолжаем наш путь. Сейчас, значит, ночь, поэтому давай собирать эти крутые цветы. Давай попробуем их сделать все-таки. И попробовать кому-то дать. Там же было написано, что типа дайте. Там было написано этим бабулькам дайте. И попробовать, может, дротики потом сделать. Надо как-то все это дело тестить, что они делают. Может быть, они какие-то отравленные, эти дротики, или они усыпляющие дротики. То есть, что. Какой в них смысл-то? И на самом деле я как-то вошел во вкус этой игры, и она действительно охерительная. Потому что просто какие-то незабываемые впечатления от нее остаются, и хочется играть, играть и еще раз играть в нее. Так, не знаю, вы чувствуете так, голод. Может быть, потому что прикольно получается того, что я мало чего здесь понимаю, пытаюсь додумать это сам. А что это? К этому мудаку подняться можно? Иди сюда, сучка. Подожди. Нет, не иди сюда. Вон там же он живет. Меня это дамажит? Тихо. Спокойно. Ты же откроешь? Он не открывает. Почему? А где здесь мед достать? Или типа ночь? Подожди, если его замочить... Я должен это сделать. Мы должны это сделать. Подожди, сейчас скользит почему-то. Так, оп. И вот так потихонечку, помаленечку с вами проходим. Давай, 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 бро. Иди, пожалуйста. Оп, спокойно. Правее. Так. Отлично, идем, идем, идем. Чё говоришь? Как к нему подняться? Как я хочу его убить? Один раз дернуть этот гребаный рычаг, и все хорошо у нас. И не надо никакого ему меда нести. Ты посмотри, у него реально на лице грибы выросли. Ну-ка. Твою мать. Но мы это уже осматривали. Я получил гребаное заражение. И с его лица содрали мы эти грибы. То есть, имеешь ты противогаз, не имеешь ты этот противогаз. Говорил же себе, не подходи ты к нему, но не надо этого делать. Нет, мне же надо все равно подойти, я же слишком любопытный. Дерьмище. Так, ладно. Как я от этого должен... А, так тут локация-то маленькая сама по себе-то. Как мне от этого излечиться? Я не помню. Таблеток всяких... А, подожди-ка, а что если всякие вот эти вот медикаменты, которые мы можем делать с вами? Так, что здесь можно выкинуть? Есть что-нибудь у нас тут левого вообще? А где наш... Подожди-ка. А, вот, давай съедим, короче, баночку еды. Да? Во. Так, и хил закинем. Где он у нас? Вот он. Так, попробуем с вами скрафтить одно из этих... Что вот это такое? Что? Плохой баг? Вы можете администрировать... Что-то там позже. Постоянно сюрпризы, симптомы, температура, наверное. Во! Антисептик нужен. Так, а чтобы сделать антисептик, мне нужен rotten potato? Мне нужна сдохшая картошка? Ты серьезно? Так, подожди, хорошо. А вот это что такое? Вот это вот. Может, давай попробуем? Вот, мухомор. Давай будем лечиться. Так, ай, подожди, не там щелкаю-то. А где? Вот, Джой. Так, ну ладно, давай попробуем. Твою мать, вот это я экспериментатор. Так, ой, не то нажал. Так, F. F. Я не вылечился, не вылечился. Значит, это не работает. А что это вообще дает? Может быть, с помощью вот этого шприца у меня дольше действует наркота? Как мне вообще отсюда выбираться-то теперь, ё-моё? Я так понял, на ночь-то все это дело закрыто? Подожди-ка.
А что? А, все, я понял. Я думал, я мог вообще все это дело обойти. Так. Мне надо найти сдохшую картошку. А где у нас тут открытые дома есть? Придется в домах рыскать, искать. О, телефон. А, это все этот. Number nine. Это мы слышали с вами. Так, здесь можно, кстати говоря, очень много. Джимми Бар. Джимми Бар. Все, на все надо Джимми Бар. А вот это что у нас? Пусто. Так, давай найдем дома. Вот, кстати говоря, рассвет начинается. Дома найдем с тобой и попробуем картошку отыскать там, сдохшую. Это, надеюсь, не проблема. Так, там у нас кловсы были всякие. Так, где вот, где вход-то в какое-нибудь здание? Мы же видели много зданий, куда можно было зайти. Оп, наверное, вон на той стороне мы видели. Ага, на той стороне. Переплыви, называется. О, нормально, трава так растет. Так, хорошо, не варик, я понял. Ну тогда давай выходить отсюда, чё? Ну ё-моё, надо было... Сука, ну что за любопытство? Зачем я это сделал? Теперь всю жизнь мучиться. А что, если у меня теперь все мои скиллы, которые были прокачаны с помощью этих книжек, говорят мне теперь до свидания? Сука, ублюдок, а? Так, ладно, давай, открывай. Вот, да. Все, мы выбрались. И теперь ему снова нужен мед. Так, вы чувствуете то, что вы голодны. А может быть, эта болезнь влияет на то, что у тебя быстрее голод будет и как бы это жажда быстрее будет появляться. Так, чё, оппонент? Твой оппонент что-то через правую кнопку. Так, а что это такое значит? Инжект? Что это значит? Over there! It's a downer! Over there, a downer! И что я сделал? И что я сделал? Over there! It's a downer! Over there, a downer! I'll tell you a secret. Mom, Dad, I've come home. Мама, папа. Don't you worry. Я их чё? Я им вколол наркоту или чё? Не понимаю я. Так, ладно, хер с ним, идем. Так, собирай. Почему я не могу это собрать? Я что, теперь собирать ничего не могу из-за того, что я болен? Чё за херня? Да все, не хочу шифтовать больше. А почему я не могу цветы собрать? Так, ладно, куда нам идти надо? Вот, все правильно, я иду. Бред какой-то. Ой, а что это такое? А, это вывеска этих. Старт этого Крейзи ноги. Угу. Так, мне бы дом какой-нибудь найти открытый. Во. Картошка мне нужна сдохшая. Есть у вас? Так, здесь мы все лутали. А, так это ненормальная баба. Так, есть у тебя тут сдохшая картошка? По-моему, на втором этаже вы там что-то готовили. Насколько я помню. Мухоморы. Нет, мухоморы, давай. Инвентарь полон. Так. Сдохшая картошка. Где же тебя найти? А что это такое? Это нельзя подобрать? Бумажка какая-то. Вот, это хлеб сдохший. Так, а вот здесь пусто. Не, не вариант. Да иди ты вон, ну что вот, что тебе надо от меня? Ухожу я, ухожу. Так. С таким звуком, как будто у меня ноги сломались, да? Во, вот здесь вот, возможно, я найду. Во. Пусто. Нету ничего. Ну ладно, так. Иду я правильно, все в порядке. Так, вот это я могу собирать? Инвентарь полон. Ой-ой-ой, так. Хорошо, я хочу выкинуть это мясо. Так, и собрать ягоды. Потому что мясо это, не знаю, не хочу я его, короче, использовать. А вот, собираются листочки, все нормально. А может они не собирались, потому что, да, у меня, наверное, был полный инвентарь. Нет. Эти стакаются все равно листочки. Так, о, болезнь проходит, смотри, потихонечку, но проходит. Но мне все равно надо найти сдохшую картошку, это вообще просто стопудово. Так, ну и закончили мы с вами последний раз как раз на этом месте, то, что мы попали в этот город. There was a downer, and we all had to chase her down and make her take her joy. Все, готово. Right-o, sir.
Glad to have you back. А, значится. Все. Пойдем туда. Так, ну это мы все смотрели с вами, поэтому проходим. Наверное, нас будут тестить. Что? Блять, беги! Я должен был принять таблетку, я понял. О, идиот. Они меня запалили, подожди. Так, зайдем за угол, как говорится, да? И примем волшебную таблеточку. Йоп. О, да. Да, я счастливый. Right as rain, right as rain. And wasn't that a laugh, sir? Righto, sir. Говорит, типа, сэр, заходите, я что-то обознался. Я счастливый, что вам надо? А вот и я. А проверяйте меня, ребятки. Яс. Что? Почему я фрик-то? Take you, ну, Joy. Ну, так я съел. И что делать? Может быть из-за болезни? Ну, суки, сейчас топором вас зарублю. Ой, какие они крутые, это ё-моё. И с дубинками. Так, так, так. Пошел вон. Так, у меня стамина заканчивается. Ой, а что-то их не пробить. У них шлем. Реально крутой шлем. Так, вырубить получу? Получится? Вырубил. Так, все путем. С этим справиться. Давай, давай. Ау, что-то было очень больно. Твою мать, это было очень сильно больно. Не-не-не. Не получилось у меня, ребят, затащить. Так, где у меня хил? Какого хера у меня не было хила? Так, нет, 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 это сними. Так. Вот, давай, используй. Так. И вот так. Слушай, надо взять новый топор. Вот сюда. И попробовать еще раз затащить. Давай, давай, давай. Вот это новые какие-то приколы. Этот исчез сразу. Так, все, вот они. Так. С кулаками один. Один с... А, вот, дубинку достал. Так, подождите, пацаны. Оп. Блин, у меня топор быстро ломается об них. Так. А что же делать? На, сука. На тебе. А почему он своего друга не бьет? Надо обоих сразу дамажить. Во, головами ударились. Так. 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 Блин, ну почему нельзя это быстро все сменить? Так, этого давай кулаками вырубать. Вырубили. Так. Затащим? У меня таблетки кончились. Сука. Ух, как больно. Как же больно, ты тварь. Гребаная. Затащил. И что дальше? У меня что-то перебор с таблетками. Я не понимаю, что со мной происходит. Я взял. Дубину взял. Я у них дубину отжал. Мне хочется пить. Я могу пройти? Нет, меня не пускают. И все закрыто, короче. Вообще не варик. У меня очень много всего. Я очень сильно болен. Мне надо пить. Так, хорошо. Так, пьем. Давай. Что такое? У меня что-то повисло все. Так, отвисло. Все путем. Пьем. Так, дальше надо кушать. Где этот мегасуп? Вот он. Жрем его. Так, я хочу блевать. Так, я беру эти таблетки, и я больше не хочу блевать. Все. Так, с едой у нас все в порядке. А, вот, с водой у нас все в порядке, с едой у нас все плохо. Так, поэтому давай, чтобы набираться сил, мы должны больше кушать. А что я? Где? Чем я жопой ем? Почему не видно? Так, значит, пошли искать картошку. Без нее нам никуда абсолютно. Мы никуда не сможем пройти нормально, пока мы не вылечимся. Походу, они заразных не пропускают. А вот все из-за этого гребаного трупа. Твою мать.
А может, мне надо поспать? И, типа, чем дольше я посплю, оно само по себе спадет? Не, ну нам надо же выяснить, что работает это лекарство или не работает. Это по-любому же. Зато мы дубинку крутую отжали. Это же вообще топ. Она так больно бьет, просто пол хп мне снес он с одного удара. Так, где же тут дома-то есть открытые? Ну, ё-моё. Ой, а что это такое? А, я понял. Это у нас телевизор, который включается. Я понял. Вон, смотри. Вроде сюда можно зайти. А может быть... А, может быть, у них внутри можно найти? И это, кстати говоря, забежали, по-моему, три пацана, которые были забаганы. Это стояли солдатиками. Никуда не двигались. Так, это у нас старт. Ой, а что дома-то все потерялись у нас резко, в которые мы могли заходить-то? Так, это там ловушка. Во! Ой, а что это? Вам нужно электро... Лок-шокер. Хера себе. Мне нужен какой-то, короче, электрический хер, чтобы открыть это дело. А почему вот эти я опять не могу собирать? Он говорит, мне надо поспать, говорит, а то мне что-то все херово. Так, давай вот сюда зайдем. Похер, отхерачим всех, кого увидим. Но нам надо найти с вами Rotten Potato. Отлично! Просто целых две. Так, крафт. Где оно? Так, что, антисептик? Ваш инвентарь полон. Ну, а какого хера вот так? Так, и делаем антисептик. Так, нам добавлено новые рецепты. Так, мне не нужны новые рецепты, теперь мне надо что? Шприцы пустые, ну ты издеваешься, а? Сак апте? Какой-то обоссанный, короче, чай. Дерьмовый чай. Зачем он нужен, если он дерьмовый? Так, шприцы, братан, мне нужны шприцы. Есть шприцы? Джой пил, отлично. Да, 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 на тебе, сука. Ну что-то... О, с двух ударов вырубает, вообще нормально. Может мне алкоголя вдолбать, а? Давай алкоголя вдолбаем, продезинфицируемся, типа. Так, где у меня? Вот инвентарь. Вот бутылка алкоголя. Так, и давай хлебать. За твое здоровье, мужик. Так, все, у нас все херово. Так, а, кстати говоря, я и так спать хочу. Что? Ваш инвентарь полон. Две бутылки пустые, нахера они мне нужны? Алкоголь возьми. Так, фонарь. Так, это херня. А где же мне найти те шприцы-то, ё-моё? А, мы этого мужика-то не облутали, может он наркоман какой? Rotten Apple. Нет. Блин, что же делать? А есть у тебя кровать? М? Так, здорово, братан. Ты мне здесь нахер не нужен. Так, что у нас здесь? Инвентарь полон, все у него полное. Давай. Ты иди ты вон. Поспать хочу. Давай попробуем 13 часов поспать. Так, вы чувствуете голод? Половина болезни спала. Так, что здесь? Одежда. Торн. Так, о. Чё надо? Фу. Ой, блядь. Со своей дубинкой припёрлась, дура. У меня круче. Так, что у тебя есть? Во. А, это таблетки, короче, антиблевотень. Так, это забираем. Это забираем. Давай еще попробуем поспать. Еще. Блин, а мы не умрем? Давай 13 часов. Так, еда совсем закончилась, вода и болезнь практически прошла. Так, что мы можем с вами скушать? А вот и этот Холи Ям. Пришло твое время. Оп, и у нас практически полная еда. Замечательно. Так, ну и что, для полной картины мы с вами должны попить. Где? Я не вижу. Где фляга-то? Кто флягу видит? Конечно, вы видите, а я не вижу. Ну, грёбаная фляга, ну где она? Она ж как банка выглядит. Ладно, попьем с этого, с крана тогда. Здесь фляги у меня нету. Не, не вижу, ребят, флягу. Что это за свет такой? Так, что в туалете? Ничего. Пойдем попьем тогда с этого, с кранчика. Где он у нас здесь? Недалеко находится, пошли. А, кстати говоря, что если заменить наш фонарь? Где он тут? Вот этот. Выкидываем. Вот этот берем. Так, но для начала мы должны с вами сделать что? А мы сделаем вот так. Бухло поставим сюда. И все путем. Оп.
И фонарик тоже мы с вами... Так, уберись. Ставим сюда. Вот, у нас есть полный фонарик. Все хорошо. Что это? Бутылка. Не надо мне бутылка. Пойдем. Шприцы найти. Найти гребаные шприцы. Так, опять там телефон зазвонил. И здесь какой-то восклицательный знак у нас есть. А где он? А, Crazy Legs. Пошел нахер. Не нужен ты нам. Пошли попьем. Так, а что это такое за трубы всякие? Что это за сооружение? Это сейф-хаус. А, ну да, это мой дом. Все нормально. Так, наполняемся водой. Все хорошо. Теперь. Но у меня действительно нету этих фляг. Мне потому что даже не написало, что наполнить фляги. А я пил с фляжки. Не знаю, куда она делась. Это херово на самом деле. Так. Угу. Значит, со шприцы. И у нас темнеет. Давай, что, поспим еще разок, наверное, да? Правда, с едой проблемы у нас. Ну ничего, выживем как-нибудь. Наша болезнь проходит, и мы с вами идем в этот город. Принимаем эту таблеточку. И все в нашей жизни хорошо. Так, сейчас 9 вечера. Давай поспим еще 9 часов. Болезнь. Что с ней? Почему она моргает? Почему у меня все серое? Что со мной? Вырубись. А что со мной не так? Я умираю? Что это? Rotten Rot... А, смотри-ка, а что это? Я выкидывал то, что вещи, они здесь остаются лежать. Что, действительно, что ли? Так, а что если мы с вами оставим здесь какой-то лут? Твою мать, я, походу, умираю. А что если мы скидываем весь наш лут вот так вот? Так, правой кнопкой можно делать. И умираем. И все у нас нормально будет. Мы же помрем, у нас не будет ни болезни, ничего. А у нас ничего не отнимут, потому что мы скинули все в наш сейф. Так, вот это тоже все. Давай-ка правой кнопкой. Точно, а что я сразу-то не догадался до этой херни? Пойдем, нападем на какого-нибудь местного, он нас отхерачит, мы умрем, и все будет хорошо. Точняк. Кажется, у меня болезнь совсем просто развилась. Вы чувствуете голод. Вы посмотрите, со мной вообще все плохо. Эй, братан, что-то мне не нравится твоя походка. На тебе. У меня вон даже звуков нету. Ой, я умер, кажется. С одного удара. Либо он меня вырубил. Не, я помер. Все, давай. Но сейчас-то у меня не могут ничего отнять, правильно? У меня же инвентарь пустой. So, this is what shit feels like. Точно. Мы обманули систему. И забираем все обратно. Я просто гений. Все, у нас нету ни болезни, ничего, и мы спокойно проходим туда. Так подожди, а мне... А вдруг мне нужна одежда этого мудака, чтобы пройти? Говорит, у вас нету места в инвентаре. Так, вот отсюда. Дальше, бутылку. Так, бутылку. Ты чё, ты не пей, дурак. Это сюда, фонарик сюда. И хилу возьмем. Где он у нас? Вот он. А почему только две банки? У меня было 5 банок. А, я же это хилился, когда дрался. Ну все, пошли испытывать наше счастье, так сказать. Нашу удачу. Правильно я догадался, что из-за того, что мы больны. Но если ему нужен гребаный мундир, то это все. Это надо опять идти за этим медом, искать эту гребаную палатку и переодеваться. Так. Вот. Подожди-ка. Оп. Залазим сюда. А, берем наши таблеточки. А где они тут лежат-то у нас? Не вижу я. Вот они. 4 штуки у нас есть. Так. Все. Подожди, а может быть у меня не должно быть оружия? Все. Так, все, заходим. На-на-на. Стендбай. Нет. Говорит, фрик, говорит. А почему? Я не понимаю, ребят, что ему надо. Подожди, а почему я не могу пройти? Ну, типа, пройдите этот гребаный. Я, по-моему... Что такое джамит? По-моему... Я обходил это дело, я не шел? Да? Через этот пост. Что?
Да блин, нет у тебя места в инвентаре, как ты меня заколебал. Так, дубинка. А, вот. Подожди-ка. Дубинку берем. Так, и делаем. Может быть, я с помощью отмычек проходил? Нет. Джамит. Что джамит? Что джамит? Что там тебе жмет? Сука, вот и все. Так. На-на-на. И все хорошо. Почему-то меня палят, говорят. Я тебе отвечаю, это походу из-за этого. Лок. Unlock. Лок. Из-за одежды, походу. Походу, реально из-за одежды. И что мне теперь делать? Из-за этого гребаного мундира там меня бьют те люди, которые в этом пригороде живут. Здесь меня будут бить за то, что я одет так, как там одеты. И что мне теперь делать? Да мне тем более нормальный смокинг. Смокинг. Что надо? Вот. Возьмите яблоко Хольма какого-то. Куда ты, говорит, идешь? Слушай, вот, про старушек же нам говорили. Давай сделаем. Сделали. Дать цветы. И чё? Говорит, мне это нравится. И что дальше? Твою мать, у меня таблетки заканчиваются. Ладно. Может быть, чтобы они меня не палили, эти старушки? Вот ты. Но глаз у меня открыт вовсю. Все путем вроде. Не знаю, что такое. Может, баг какой-нибудь? Типа они меня палят вовсю. А, или то, что я должен следить за тем обязательно... Да, я прохожу дальше. То, что они меня запалят в любой момент, как только у меня кончится наркота. Так. Давай-ка сюда зайдем. Так, что у меня? Оп. Что это такое? О, какой-то лазер. Ну и у нахер. Так, а что если мы вколемся вот этим шприцом, который наркотический? Что это такое? Что они делают? Так. А, посмотрите на дождь, добавлен журнал. Найдите мистера какого-то. Так подожди, вот это что такое вообще? Я могу туда попасть? Может быть, здесь батарейка заряжается? Опять я что-то подвисаю. О, чё за херня? Чё за херня? Что я вам сделал? А твою мать. А что за дерьмо-то? Так. А что случилось? Я туда нельзя было прыгать? Эй, бро. Здесь одни трупы какие-то валяются. О, это же магазин. Стоит чувак в противогазе. О! Привет. Противогаз. Так, что здесь такое? Так, бартер. И? Так, мы ему же можем продавать, по идее. Так, сколько у меня денег? 49 евро есть. Он продает... Крутой топор. А почему бы его не купить? Что тебе можно продать? Так, лампочки в стак идут в 3 за 0. 0. 0. 0. $1. 0. 6. 0. Херня какая-то. Так, нет, отмычку мы оставляем. Короче, все у него по нулю. Даже вон, цветы продаются по нулю. Ну, сак бы я купил, но у меня не хватает $1. Или что там у них? Евро. Так. Что здесь есть? Куда ты, говорит, идешь? Так, подожди, что у нас за задание? Оно находится вот с той стороны. Пойдем. Так, надо желательно бегать. Потому что у нас не бесконечное количество таблеток. Что это такое? Можно сюда зайти? Нет. Надо еще найти какой-нибудь магазин. Что в помойках есть? Rotten Apple. Не надо мне. А что здесь можно найти? О, заряженная, мать ее, батарейка! Ту-ру-ру, 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 ту-ру-ру. Беги, блядь! Я украл батарейку, твою мать! Ой! Ой! Ой-ой-ой! Чё-то тревога какая-то жесткая. Ну что, она целая? Скажи мне, что она целая. Где она, бля? Пустая? Пустая? А где целая? Я же батарейку забрал.
Не вижу. Так. Блин, у меня наркота кончается это. Давай вместо вот этого попробуем вколоть. Ну давай, вкалывай. Это очищает тебя наоборот. От наркоты. Вот что это делает. Ну это бесполезное дерьмо. Подожди, я знаю. Подходишь к человеку. Так. Я понял. Где наркота, наркота, дай наркоту. Так, закидываемся. И мы делаем их несчастливыми. И тогда начинается заварушка. Ну-ка. А куда это он зашел? Ты что у тебя в руках? Камень? Угу. Эй, бро. А, только со спины, я понял. Так, вот ты, самый счастливый у нас, да? Он плачет, смотри. Нихера нанесется. На, сука. Охренеть, что творится. А этот вообще, видать, близорукий. Нихера не видит и машется. Так, путем. Что это? Пластинка, нахера нам не нужна? Тревога. Твою мать, вот это я намутил. Что это? Inventory full. Блядь, напугал-то, сука. Сри дальше, мудак, блядь. Нахера так пугать? Подожди. Power cell. Сучка, а, ну сучка. Где там? Сюда подошла, тварь. Вот тут захват дома. Ты, ублюдок. На тебе. У него в руках. Ой, в зубах. Что надо? Тебя никто не звал. Я хотел в туалет. У него в зубах это, короче. Трубка. Так, что у тебя есть? Хорошее яблоко. Вот эта штука для шлепания по жопе. Нормально. Так, а что мне? Лампочка, нахер, не понимаю, для чего эта лампочка. Так, что еще тут есть? Так, пластинка. Диск, короче. Херня это какая-то. Пустые. Из-под таблеток, короче. А может быть я могу их как-то... Ой. Отдай. Вот так вот делать? Нет. Как совместить? Никак. Ночной цветок. Так, это забираем. Эту хлопушку. Нихера она 3 слота занимает. Так, дай-ка я поем, наверное, да? Так. Оп. Хорошая, смотри, сочная, мать его, яблоко. Так, что это такое? Медицинский. Во, хил. Так, чтобы сюда переместить нам такое. Вот это. Все. Чтобы у нас побольше слотов-то было. Вот это что? И что? Я взял эту херню. Стамина кост. Че? А, ну это чисто это, отвлекалка, что ли? Ну все, я понял. Херня. Так, элитные дома, ты посмотри, у них тут все вообще реально круто. Тэп. У них наркота в раковине. У них наркота в раковине, твою мать. Охрененно. Я могу быть постоянно под этой штукой. Что это? А, это этот ублюдок сквозь эту херню. Так, баба звоняла уже. Так, что здесь? Вот, Power Cell мне надо было. Где? Заряженная батарейка. Так, тогда вот этих 5 мы выкидываем, правильно? Нет. Подбери. Где 4 было? Ну, где 4 было? Только что видел. Вот они, 4. Выкидываем. Так. Может, у них где-то зарядное устройство будет? Как его обезвредить? Open. Путем. Прошел. Что это такое? Long Distance Runner. Так, короче, максимум стамина на 5%. А это что такое? Чё это? Шоковая дубинка, которая, возможно, сейф тот открывает. Вон пошел. Вот это топ. Шок-батон. Шоковый батон, короче. А это что? Клевер-трэп. Клевер-трэп. Мне на что-то надо было клевер-трэп. Трэп. Open. Hold E. Трэп. Control Box. V. Е. Поли...
И что я сделал? Батарейки мне заряди. Сука. Это, походу, security, охрана, короче. Так, телевизор. Пустая. Пусто. Так, а что, пластинки-то стакаются? Стакаются. Может, их, типа, продавать можно за крутые штуки? Да иди ты вон, нахер ты мне сдалась? Я осматриваю... А, так это общее осмотрелось, не все ящики. Точнее, все ящики. Так, пропер. Так. И чё? Пропер. Мистер Пропер. Так. А у меня чё? Комфорт максимальный. Защита херовая. Стелс. Вообще нету. Здесь вообще до свидания. А почему? Как я буду выглядеть? Ну-ка, покажи. Не понимаю я. Смотри, у меня глаз исчез, да? А если я одеваю вот эту херню, у меня будет он появляться, да? Не понимаю я. Да! Оп. И оп. Но зато нам придется, я так понял, сражаться с теми, кто будет в этом пригороде. Так. Ну, давай пока походим. Так, опаньки. Вам нужен локшокер. Локшокер. Берем в руки локшокер. Это он? Так, тю. Ну, сука. Нет, это... Вот, ну, электрошокер, ну, а что тебе надо? А как он ломается быстро? Не, слушай, не работает. Так, ладно, забираем вот это. Так, мы теперь не вызываем никаких подозрений. Что это? А вот это что? А, какой-то аккумулятор у меня 10% словер. Короче, мой аккумулятор стал лучше. О, заряжены две батарейки. Блин, ну моя одежда, ее нельзя выкидывать, хоть ты тресни, потому что мне сюда, туда точнее, надо будет идти. Да. Нет, я забираю свою. Да и выкинет эту херню, я не знаю, что это такое. Вот это вот подбери. Так, пошли. Что это? Электрохерь вот эта, которая нужна. Вот это что такое, так. Хитоплазма мухоморум. Я прям как этот говорил, римлянин, так. Шприцы, локпик оставляем. Нахер мне эти пластинки, я вообще не понимаю. Так, а что если выкинем одну дубину все-таки? Она все равно поломанная практически. Возьмем вот эту штуку. Блять, я стал хорошим. Это плохо. Твою мать, сука, на тебе, мразь. На тебе. Я пошел лососну. Оп, все нормально, пацаны. Меня снова накрыло, так. А где этот сейф был? Вот он. Ну да, электричество. Деньги 18, монет. Такую крутую штуку просрал на такое дерьмо. Ягоды, деньги. О, мыночку нашли. Кит. Так, и опять эта крутая одежда. Это у нас не работает больше, какая-то тревога или что это такое. Так, уберись. Так, и что дальше? Давай пластинку заберем, радио мы не будем включать. И пойдем попробуем. Так, лампочка у нас здесь лежит. Опа. Чё? Дамаг на 2% увеличен. Шурупов много. Пусто. Кит опять какой-то этот. Уберись. В помойке чё? Херовые бандажи. А у меня, по-моему, они... Не, подожди-ка, где-то они у меня были, по-моему, эти херовые бандажи. Не вижу я их, ой, ё-моё. Так. Как вот это открыть, меня интересует. Ну где эти херовые бандажи-то, кто видит? Не вижу я, короче. Ну у нас, кстати говоря, очень много этого. Оп, Джой пил. Так, это забрали. Граммофон? Just rest in my feet. Тум-тум-тум-тум. А почему у меня, кстати говоря, это так быстро наркота проходит? Я что-то не понял. Что за херня? У них какие-то паленые здесь эти краны. Краны. Оп. Открыть. Вам нужен basic lockpick, чтобы это открыть. Ой, я что-то делаю. Open. E. V. Вам нужен клевер трэп. А, вот этот клевер трэп. Так, Power Cell.
полный, кстати говоря. Выкидываем херовые. Все путем. Пустой. Так, алкоголь. Да нахера ты это хватаешь, длиннорукий? Выкини. Каку. Так, алкоголь, инвентарь. Вот, я вот это хотел. Пусто. ТВ. Ага. Так, там меня не палят. Так, сесть, чтобы почитать. А, во, наркота еще. Так, здесь у нас пусто. Пусто. Чай в коробке. Сахар. Инвентарь полон. Бамбалейло. Бамбалейло. Так, он еще и занимает два этих слота. Как все круто. А, ну мы сейчас, смотри, кушаем. Я говорю, кушаем. Нет. Ой, что-то все так много места занимает. Так. Вот, вместо этого, да? Мы сейчас кушаем. И берем отсюда салт. Что-то еще тут, короче. Так, блин, а что такое? Я уже запутался в этом инвентаре гребаном. Так, вот это сюда. Это забираем. Сахар. Нет, у нас никакого рецепта не открылось. Так, что это такое? Гранулированный сахар. Ну и что? Хер знает, здесь вообще... О, rotten potato. Тоже не могу взять. Короче, мне надо все это нести в свое убежище, наверное, какое-то. Так, ям... О, ям этот, который на картошку-то похожий. Так, здесь у нас бутылка. Здесь у нас floor bag какой-то. Подожди-ка. Это не апгрейд инвентаря? Ну-ка. Почему здесь написано про сумку? Good holding and mixing powders. Слышь, powders, дай мне powders. Дерьмище, так. Ладно. Так, так, и вот так. Хорошо. Так, ну ладно, мы счастливы, сейчас присосемся к кранчику. Оп. Ой, а что это такое? Перебор? Да уберись ты вон. Со мной что-то перебор. Я умер? Геймплей. Тип. Джой. Я стал наркоманом. У меня цветы растут. Где я? Где я? Хаус. Что это? Аптечка. Тап клоус. Так, хорошо, ладно, окей. Что это лежит? Новый рецепт. Клевер Трэп Тулс. Новый рецепт. Девайс какой-то полицейский. Так. Механическая что-то херня какая-то. Я что-то полицейское изучил? Что это такое-то? А, инструмент какой-то я, по-моему, изучил полицейский. Так. Подожди, меня плющит просто по-жесткому. А что у меня есть покушать? У меня, по-моему, покушать-то ни хера и нету. А вот, есть. Ну, твою мать, у меня инвентарь полный. Надо запомнить какое-то определенное место, где мы будем хранить свой лут. Вот смотри, escape from Tarkov. Так, подожди-ка. Давай-ка выйдем отсюда, посмотрим, где мы находимся. Мы находимся в этом городе? Нет. Или да? Да или нет? Учитывая, что он тут веселый, походу мы находимся в этом городе, реально. Так, все, у всех тут, короче, счастье, все хорошо. Так, хорошо, тогда скидываем все это дело в наш сейф. Вот в этот вот. И предлагаю, что, помереть, что ли, опять нам? Мне надо освобождать инвентарь, потому что я не знаю, что делать. Мне надо как-то его качать, я не знаю, честно, я не знаю, что делать. Так, себя тоже все сбрасываем, вот это вот дело, и идем помираем. Надеюсь, меня здесь же заспавнит? Опа, места нету. Подох. А я что-то не успел, бля, я что-то не успел скинуть. О, день 12, так. Нажмите пробел, чтобы продолжить. Как-то все сложно начинается у нас тут, вообще сложняк. А город очень интересный, здесь все хорошее. Вы потеряли торч, вы потеряли алкоголь и вы потеряли газовую гребаную маску. Так, хорошо, вот это забираем и одеваем сразу же. Так.
Может быть, все-таки меня будут нормально воспринимать и те люди, которые за городом находятся. Так, что мы, значит, берем? Давай брать только необходимое. Берем батарейки, берем дубинку, берем электрическую дубинку, потому что вдруг мы попадем в какую-то засаду. Дальше мы берем еду. Мы берем... А что? Вот хил. Дальше. Я не понимаю, time save 9 какой-то. Вот Joy Pills берем. Так, ублюдок, где ты там? Заткнись. Ты меня отвлекаешь. Так, что еще? Главное не забыть ничего такого, что нам надо. Вот это что? Constables Key Card. Возьмем на всякий случай, не знаю. Это, короче, какая-то карта констебля. Так, берем... Блин, ну я все взял и потерял, ну это жесть какая-то. Берем дубину. И что, пошли так, как говорится... Спасибо, спасибо тебе огромное. Фу, затащил называется. Так, берем сюда хил, берем сюда маску. Много она занимает места. Берем сюда еду. Так, путем. Вот этот девайс всякий забираем. Вот это что? Что написано? Механический крафтинг. А, я понял. Так, здесь у нас вот это все забираем. Где-то у нас здесь была еще аптечка, забираем. Куст забираем. Здесь что у нас? Все это дерьмище тоже забираем. И у нас новые рецепты открыты. Торч и water filter. Неплохо. Так, что это такое у нас тут? Вот, клевер. Так, это понятно. Но инвентор... Пошли, короче, все. Выбираемся отсюда, чтобы понять, где мы вообще находимся с вами. Вроде мы находимся в этом счастливом городке. Но у нас, кстати говоря, по крайней мере, открылось это. Газ пошел. Да, мы в этом городе счастливым. Зашибись. Так, это у нас не выруба... Он поворачивается. Нихера себе. Так, но меня вроде никто не палит, что типа я не под наркотой. Это камеры какие-то, я не понимаю. Что, в чем проблема? Там спят. Локет. Могу скрафтить этот? Джимми Бар. Подожди-ка, а мне не написано. Так, ну ладно, Джимми Бар. Я думаю, ты мне пригодишься. Привет. Тихо. Тихо. Уголь. Rough meat. Контроль панель. Пин. Открыт новый рецепт. Double rolling pin. Твою мать, ты что тут делаешь, дура? Спать, сказано. Все. Что это говорит? Было. Смотри, это в натуре какая-то сигнализация. Не... Ага, вот это типа, чтобы включить тревогу. Я не могу поверить, что это делает. Папа тебя спалил, идиот. Вот, так, это у нас. Ага. Кофе. Здорово, мы нашли... Не надо. Это вроде хорошая вода, да? Так, rotten potato, забираем. Еда, хлеб нормальный. Ё-моё, вот с едой у тебя-то проблем. Кто там говорит? Какого черта там спросили? Закрыто. Так. Ты это слышал, говорит? Тихо. Твою мать! Что это? Меня замкнуло! Это турель! Тихо, тихо, все нормально, мы спрятались. Попьем водички. Блять, наркотой херанулся. Заканчивается вроде. Так, что у нас тут? Антисептик есть. А, херовые бандажи. Херовые бандажи в туалете? Так. Уточка. Одна тревога. Это турели, короче. Я понял. Это турели на то, что если ты несчастлив. Так. Тихо. У нее что-то есть. Клевер. Забираем. Что это? А, я понял. Наркота типа проходит. Take down. Ну, сука. Ну, сука. А-а-а. Сдохни. Задушили нахер. Еще и схватили ее. У нее аж фляжка выпала. Приляг. Отдохни. Бомба? Берсерк бомба?
Я бомбу нашел. Привет. Ты что, спала на бомбе? Это Дак. Хаммер пайп. Инвентарь из фул. Да заколебал ты со своим инвентарем. Что тебе надо-то, мразь? Как это все? Это все, реально все надо распределять, что ли, чтобы он... ну, как бы размещал вещи. Он автоматом не может мне все это распределять? Дай сюда. Охренеть, вот это ствол. Дамага нормальная, так. Стамина кост. Ну, расход, короче, стамина больше. Так, что у тебя здесь? Ничего. Она спала? На бомбе. На бомбе. Давай поспим 2 часа. Все хорошо. Так, 7 часов утра. Но я не сейчас... Опа. Мили оружия, плюс 2%. Так, ну с едой она свап. Говорит, ну просто посижу, да-да-да. Ага. Кого сидеть? Так, что это? Опять скотч. Так, нам надо по заданиям ходить вообще, по сути-то. А мы с вами здесь все... Да иди ты вон. Что это? Экспэшн. Пакет какой-то. Какой-то кит. А где он? Подожди, а что это? Как это вообще используется-то все? Вот он. Так, и что? Ты что ты делаешь, ты идиот? А, не, не идиот. Я его использовал. И что? Где мой слот открытый? А, открылся, да, четвертый. Что это? Я не вижу-то. Так, закинем туда еду нормальную. Так, берсеркерская бомба нам не нужна. Металлическая труба. Так, давай хлебушка, что ли, сожрем. Ой, аж самому жрать захотелось. Так, еда у нас полная, все хорошо. Дубина у нас есть. Так, братан там внизу ходит. Ага, это открыть, чтобы выпрыгнуть отсюда, я так понял. Это все закрыто. Давай. Говорит, уходи из моего дома. Ну так иди сюда, идиот. Ты такой дебил. Ой. Давай, давай, давай. Бля. На. Вырубил. Готов. Так. Пошли туда. Оп. Добрый вечер. Так. Что у него тут? Камень. Нахер не надо. Здесь у нас опять скотч. Что это за помещение? Файн. Лен какой-то. Фаб. Короче, рецепт какого-то фапа. Будем фапать, короче, в этот лен. Так. Это все путем. О, заряженная батарейка. Что это я взял огромное такое? Что это за болгарка? И где она? Мьюзик бокс. Дамаг? Что? Что? А, тоже отвлекает. Опа, стамина больше на 5%. Это, короче, тоже отвлекалка. Пустой шприц. Зашибись. Так, ну и все, да? А здесь что у нас? А, здесь мы, по-моему, прятались с вами, да? Здесь мы находили эти херовые бинты. Так, как это перепрыгнуть все, чтобы меня не запалило? Бля, я понял. Бля, я понял. Дай мне выйти. Все путем. Все хорошо. Так, а куда нам по карте надо дойти? Вот сюда. А что если этот сейф у нас во всех убежищах будет открываться? Ну, короче, мы дошли до убежища, и сейф будет открываться то, что мы положили в другом убежище. То, что они не все. Ну, не разные, короче. Ну, вы поняли суть. Короче, мой лут будет везде. Фу, ну вот это жесть, ребят. Но мы с вами прошли, поэтому обследовать этот город, я думаю, будем дальше с вами в следующей серии. Поэтому не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.